Курс на развитие АПК. На очередном заседании комитета по бюджету областного парламента депутаты рассмотрели ход реализации инвестпроекта корпорации развития Самарской области по строительству в Сергиевском районе современного птицекомплекса. Предприятие станет производить 50 тысяч тонн экологически безопасного и биологически чистого бройлерного мяса ежегодно. Фабрика представляет собой производство замкнутого цикла со своим элеватором, производством комбикормов и цехом глубокой переработки мяса. Планируется, что на полную мощность он заработает в конце 2017 года и сможет обеспечить не только Самарскую область, но и другие регионы страны. Общая инвестиционная стоимость его составляет 10,3 миллиарда рублей. В структуре 25% это бюджетные средства и 75% это заемные средства Внешэкономбанка. У нас в области практически это будет основным поставщиком. Считаю, что проект, чем быстрее его мы запустим, тем быстрее начнет он окупаться.